take my mind and take my heart and help me see it from the start and take my thoughts and set them free. Send them back once they have seen. And in my mind and in my soul, I'll never be confined to what I know. And let go of what you're holding. Доброе утро, теперь нормально уже с разговором. Я уже позавтракала, и я, вы знаете, я записываю также видео новое. Знаете какое? С гитарой. Угу. Я уже подключаю свою камеру, вот мою родную камеру. Поэтому я уже видео записала, только что буду монтировать. Я не знаю вообще, какие мои сегодня будут планы и куда мы с вами пойдем. Я просто вообще не знаю. Может, я останусь дома? Я вообще не знаю. Может быть, через время, через несколько часов у меня придумаются мне планы и мое путешествие на сегодня. А сейчас 12:30 дня всего. На улице очень тепленько, вижу солнышко греет. Я могу сейчас узнать, сколько, какая температура сейчас. Так, сейчас у меня на улице и 72 градуса. Я хочу точно сейчас сказать, сколько это градусов по нашему, по Цельсию. Так, это 22 градуса. Ну, то, что я говорила, 20 чем-то. Поэтому вот так у нас на улице тепло. Я хожу в дома в шортах, видите? И я просто записывала песню, так что скоро вы ее увидите. Фруктов хочу. Окей, хорошо, тогда я буду сейчас монтировать видео. Фух, я уже наигралась. Если честно, я уже столько раз играла. У меня аж, если видите, аж синие пальцы. Тут аж. О, у меня аж болят, честно. На камеру, на эту камеру я снимала свою. На свою любименькую камеру. Монтирую видео, накладывая звуки, не звуки. Сейчас я покажу, я просто в наушниках. Не будем на этом. Так, все. Короче, мое new recording. Накладки. Вот так и продолжается мое монтировка видео. Это нелегкий труд. Все, я уже полностью отредактировала видео, так что вы его скоро увидите. Сейчас у нас 1:40. Угу. Я еще не обедала, надо покушать, что-то придумать. А потом, может быть, куда-то мы пойдем. Сидела дома и думаю, наверное, на улице так холодно, а потом взяла телефон. Ну что это такое? Шнурки мои развязались. Взяла свой телефон, смотрю, а на улице 76 градусов, это 25 градусов тепла по Цельсию. Я думаю, не порядок сидеть, тем более я хотела в Walmart все равно заехать. И уже так как я уже обновила видео, полностью отредактировала видео, то, которое я говорила, то мы сначала поедем в Walmart, я покажу, что я хочу купить, потом я поеду в Starbucks. Может, еще что-то решу. Может, я не знаю, что я еще хочу. Я приехала в Walmart, а моя голова все больше и больше начинает болеть. Что это со мной? Мне аж вообще аж колет. Собачка! 249 елка стоит. Смотрите, какая огромная. Ого. Смотрите,
смотрите, а там по какую высоту? Это я вот только по эту сторону. А теперь смотрите, какая она высокая. Смотрите. Вот, ого-го. Киви стоит 33 цента одна штучка. Поэтому можно выбирать самые большие, без разницы. Маленькая, большая, все равно 33. Поэтому давайте я повыбираю. Мне по чуть-чуть. Чуть-чуть того, чуть-чуть того. Я все-таки решила взять ананас. Вот я такой взяла. Знаете, как я проверяю яблоки? Вот так нюхаю на запах. Вообще пластиковые. Ничем не пахнут. Что это такое? Мне надо хоть как у бабушек. Вообще без запаха. Ну, за что платить деньги? За пластик, зато блестящий. Видите какой? Вот, пластиковый. Этот. Сколько мне яблок взять? Два. Пойдет? Пойдет, два яблока. Окей. Все, я взяла два яблока, и я больше ничего не хочу, поэтому я иду с вами на кассу. Если вы не хотите, не любитель чистить ананасы, вы можете купить маленькую коробочку за 2,48 или большой ананас за 2,48. Или чуть-чуть побольше за 3,88, но это все равно не целый ананас. Только совсем недавно это открыли эту точку. Это всякие, вот так оно называется. Здесь всякие сладости, булочки, выпечки, пиццы маленькие. Видите, как маленькие пиццы, сосиски в тесте. Всякое такое. А поначалу, когда был день открытия, давали такие бесплатно пробовать. Угу. Так, я за 3 киви, 1 ананас. Яблоко заплатила 6,09. Помните, я вам говорила, что я очень хочу себе купить балетки, но я их не нашла в Гудвилле, в магазине, в котором мы были с вами вчера. Что это за свет? Ангел? Так, и короче, я сейчас с вами пойду в Росс, посмотрю, что там есть. Thank you. Машинка меня пропустила. Росс вообще магазин большой. Бывает побольше, бывает поменьше. Сейчас уже сезон. Вот давайте я вам скажу, вот какие тут цены. Вот $25 такие, как ботиночки с сапожечками. Что это? Что это такое? Ну а вот смотрите, есть такие, как сапожки, которые в Украине очень популярны. Но они на сухую погоду. Видите, $40. Такие. Ну, для Калифорнии это пойдет. Потому что здесь не мокро. Смошили в здании и все. Смотрите, что я нашла. Смотрите, какие ботинки. На подошве. Ой, мама родная. Это если маленький слишком ростом. Но при такой ножке, при таком размере, 100% не может быть маленьким человеком. Это $40 стоит. А, очень тяжелое какое-то. Ноги качать. 40-й размер. Ух, мамочки, аж устала я. Смотрите, какая огромная пачка Мерси. Стоит $9, здесь 400 грамм. Вы посмотрите, какие конфеты. Ух ты, это смактульки. Это льдышки такие. Ух ты, какие красивые. Смотрите, прям с пингвинчиками. Ой, какое оно хорошее. Ой, мамочки, вы посмотрите. Сколько такой набор стоит? $10. Ой, как классно. И конфеты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 2, 20. 20 конфеток. Классно. А поменьше наборчик стоит $5. И здесь 1, 2, 3, 4. 4 на 3, 12. Тут 12 конфеток. Но они без этих, как его, без крученников, без закорлючек. А еще вы можете прям на Рождество одевать такие, как держать на палочке, как шляпка, и потом держать конфетку. Вот видите, делается вот набор. Этот гель для душа, лосьон. А смотрите, два тех. Ух ты. И он стоит $7.
Класс. На подарочки. Вот это, наверное, столики, все на подарки, на рождественские. О, вау. Как же они умеют красиво укутывать. А вот для детей. Написано 7 дней фана, радости. Тоже body wash. Это не лосьон, а мыться. Класс. Смотрите, накидки для Снегурочки. Ух ты. Ух ты, классно как. Кстати, я еще заходила в какой-то магазин, и там даже на бочонке на туалет есть вот эта крышечка такая. Санта-Клаус нарисованный или еще. Так, вот тут еще есть коврики. Знаете, куда? В душ. Вот это в душ. Такие пухленькие. А вот это? А, тоже в душ. Но я видела прям такие коврики, но можно ложить типа на порог дома. Хо-хо-хо-хо-хо. Что это за страшилка? Бо-бо-бо. Коробочки для подарочков. Для подарочков. Ой, какая деревянная. Смотрите! Колокольчик у него на головке. Какой миленький! Видите, олененок. С обратной стороны такой. А есть такая. Видите? Классно! Тут есть бумага еще, чтобы обматывать подарки. Стоит $5. Кружки. Стоит $9, вот таких много. 13×3 39 штук. Или такой бокс стоит $22. Смотрите. Смотрите, огромный. Oh, Merry Christmas. Смотрите, даже на липучках. Вот эта коробочка стоит $6. Берите и ложите подарок. Я уже хочу. Хочу Christmas. Смотрите, какой друг. Что-то меня все время на этих мишек. Вот такой колесий. Такой большой. Смотрите, как Маша и медведь. О-о-о. Подожди, ушко. Покажи. Вот. Стоит $20. Раньше он стоил 40, а сейчас 20. Ложись, Мишка. А вот у него еще подружка есть. Подружка светленькая. Такая. Такая. А теперь пристегните ремни. И смотрите на это милашество, умиление. Посмотрите, это для маленьких наших друзей. Это для бэбичков, собачек. Смотрите, XS. Это для самых манюсеньких. Это для чихуашек и для, может той, этих йоркширских терьеров, для терьеров всяких. И стоит, смотрите, $7. Это вы знаете, я очень скучаю за моей собачкой и Васиком, за моей чихуашкой. И у него жена есть Клика. И я бы его одевала здесь каждый раз. Ну такое. $6. Посмотрите. Это бы пошло для Флики. Платье Санта. Мисс Санта. Жена. Есть еще такие, как кофточки. Такие, а пушистые какие. Я бы хотела в таком сама обходить. Как все делают мило для собачек. Смотрите, пальто. Пальтишко с капюшончиком. Ой! Маленькое черное платьюшко. Посмотрите, какое. Ой, моднявое. Зато поп прикрывает уже хорошо. И капюшончик. Ой, для бэбички. Как же им нравится вот это
на липучках, это очень удобно. Ладно, все, вы поняли, да? $7 на собачку одежка. Я хочу свой домик в будущем, вообще, когда у меня будет домик, то его так всякими обставлять, всякими статуэточками, но не такими там и сувенирами, а типа там Sweet Home или еще что-то там, всякие фонарики, вот как у меня дома сейчас. Вот всякие такие, как картины. Ну, не такие. Ну, вы поняли, какие, да? Там, например, I love you, или там best friend, или love, или там dream, dream comes true. Ну, чтобы такие, как тебя вдохновляли. Сейчас буду в Старбаксе монтировать видео. Еще одно. Так что, а потом я поеду домой, буду смотреть фильм. И больше ничего у меня необычного не будет. Поэтому сразу говорю, всем хорошего дня. Спасибо за то, что были со мной весь день. И желаю всем классного настроения. И увидимся очень скоро, но только уже не завтра, потому что завтра воскресенье, а в понедельник. Всем пока-пока!